В данном видео я вам покажу, как добавлять несколько картинок в программе Photoshop для последующей работы с ними. Итак, переходим в раздел «Файл», «Открыть», выбираем картинку и «Открыть», «Оставить без изменений», «Ок». Вот у нас есть первая картинка, с которой можно уже работать. Также нам надо добавить еще одну картинку. Опять переходим в раздел «Файл», «Открыть», добавляем еще одну картинку, нажимаем «Открыть», «Оставить без изменений», «Ок». Вот у нас есть уже две картинки для работы, два раздела для работы с картинками. Допустим, нам надо третью еще картинку, чтобы работать с тремя. Опять же «Файл», «Открыть», добавляем третью картинку, «Оставить без изменений», все то же самое, «Ок». И вот с тремя файлами этими можно уже работать будет. Есть еще второй вариант, это я вам показал первый. Закрываем. Опять же переходим в раздел «Файл», «Открыть» и, зажав клавишу Ctrl левую, нажимаем на первую, вторую, третью картинки, отпускаем Ctrl и нажимаем «Открыть». «Оставить без изменений», «Оставить без изменений» и «Оставить без изменений». И вот у нас есть три файла с картинками, с которыми можно будет уже работать. Всем спасибо за просмотр!